Приветствую вас на канале Солома, друзья мои. Очень рекомендую вам подписаться на мой второй канал «Кукушкины истории». Ссылка в описании к этому видео или в правом верхнем углу по подсказочке. А в этом видео я покажу вам, как правильно мыть фрукты. И в частности, покажу вам это на примере изюма. Почему овощи и фрукты вообще нужно мыть как-то по-особенному? Все дело в том, что на них содержится большое количество пестицидов. И вот для того, чтобы смыть эти все пестициды с овощей и фруктов, нужно всего лишь навсего взять 1 столовую ложку обычной соды, разбавить ее водой, просто растворить ее в воде, в теплой воде, и поместить туда овощи или фрукты, которые вы хотите помыть, на 15 минут. В соде содержится большое количество щелочи, которая, собственно, и расщепляет пестициды. Они распадаются на безопасные молекулы. И, соответственно, эти пестициды к нам с вами в желудок не попадут, а значит, не навредят нашему здоровью. Итак, смотрите, я просто беру изюм, замачиваю его в этой содовой воде и оставляю так полежать на 15 минут. А теперь посмотрите, 15 минут прошло, посмотрите, какое состояние этой воды. Сода отлично очищает, при этом вреда не наносит нашему здоровью, поэтому всем рекомендую. И посмотрите теперь, каким красивым стал наш изюм. И самое главное, полезным и совершенно безопасным для нашего здоровья. Вот так вот, друзья мои, совершенно несложная процедура, но отлично помогает. Так что очень рекомендую вам от всей души. И не забываем, конечно же, подписочку, колокольчик, лайки и ждите новых полезных, интересных видео.